Ребята, все, кто не знает, у Катюхи есть свой канал, она делает очень качественные ролики, сделала уже очень много видосов. Зайдите на ее канал, давайте ее поддержим и соберем ей 1000 подписчиков. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Крошка. Как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Лабиринт, пацанчики, девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Мы скачали очень классный пилпак, это фиолетовый человек. Если опять кушайте, приятного аппетита. Удачи. Блин, да я перевоплощаюсь в этого назад челика. Оп, ножичка. Все, хорошо, я понял, что надо делать, чтобы быстро перевоплощаться. Нельзя, короче, нажимать не R, тпхаться он не может. Ага, во. Все, я теперь понял, можно быстро перевоплощаться в этого. Отлично. Так, я могу бить на расстоянии. Ух ты! О, Димас на мою ловушечку. Кстати, знаете, что хочу сказать, Сережка? У меня всего 1000 жизней, это будет изично меня убить. О, Димас, ну, царство тебе небесное, я там штук 20 их поставил. Димас, ой. Так, отлично, снеговик тоже теперь у нас страшный челик. Фиолетовый пурпулгай. Фиолетовый пурпулдодик. Это тоже, в принципе, неплохо. Ребят, надеюсь, вам понравится. Подпишитесь на канал, поставьте лайкосик, потому что ролики выходят каждый день. И, как видите, записываем очень крутые серии. Странно то, что Димас всего лишь-то на одну мину попался, хотя их там дофигища. А я же, у меня же чуйка на мины. Ага, кабинки. Да. Бежим, приближаемся. Я знаю, как от вас можно быстро убить очень. Как же? Вот сейчас увидишь. Мне интересно знать. Конечно, я очень стрёмные звуки издаю. Пердишь. Вижу порталы, пацаны, это хороший знак. О, я вижу своего кентуху. Он уже бежит. Братишку, да? Да. О, кто там? Ничего не снесло. Странно. А если я правую кнопку мыши нажму? А если F? Ничего. А если пробел? Воу, прикольно, этого еще мы не проверяли. Так, что-то никого не вижу. Ищи. Да найду, давай. Не можешь даже не переживать. Давай, ищи. Не ссы. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис Мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис Мод. А я знаю, где Сережка. А ну и где я? Ты вот я... тут где-то. Ну да, я тут где-то, Димас. Да, я здесь где-то. Так, я слышу, кто-то махает и делает ветер на сервере. Монтировкой махает. Это я. Блин, я опять улетел за карту, да что ж такое? О, вижу! Я сбегаю. Я слышу аниматроника какого-то. На, Сережка, наконец-то я тебя нашел! Нечестно! Как это нечестно? Я был на вышке, с вышки спрыгнул вот на эти бортики. Читер вонючий. Не читер я! Не считается! Честно, считай! Я не читерило! Ты читерила. Это что, странное какое-то название? Как матюк, что ли? Читерила. Погонял. Сам ты читерил, э? Нет, ты читерила. Нет, отмазки не пройдут. Все было по чесноку. Берешь аниматроника. Не. А, вот так, значит, я к нему по-человечески, со всей душой. А Сережка умирает. На своих минах. Серега. Я знал, что ты умный человек. А мне за аниматроник играть, а как бы от бомбы. Нет. Ой. Ты это, иди прячься. Да что так много бомб ты уже встретил? Так это Сережка вам делал западло, не мне, а вам. Еще одну. Димас, еще раз, короче, найдешь меня в лабиринте или кто-то другой, я это точно стану. Не, ну это уже нечестно. Хорошо. Честно. Хорошо, Серега, я согласен с тобой. Все сделаем то же самое. Я сейчас опять на вышку залезу, спрыгну с вышки на бортик и убью тебя. Блин, я слышу бег аниматроник страшно. А он приближается. И реально бег такой реально стремноват. Ох, блин, ловушка. Погнали дальше.
В лабиринте же есть там вот пол пропадает, и ты падаешь вниз. А за спринтрапа играет? Я. Ты же, это фиолетовый чек же, это и есть спринтрап. Ты что, не знал? Серега, бань его за незнание ФНАФа. Там прям в костюме. Все, бань. Да я шучу. Да, я забанил. Так, а теперь надо нам выследить Сережку. Давай, удачи, Димас. Я а, пока... кто там, а кто там этот Джейс, Джейсус? Ты не можешь взять аниматроника? Я взял. Так, сейчас. Ладно, Сережка. Дубль еще раз. Так, внимательно смотрим. Очень внимательно. Он где-то здесь. Прикольная кроме карта. Кроме меня еще найди, Димас. Ты не всех еще нашел, кроме меня. Не, у меня цель... Или я хочу, ты я именно меня? Я хочу тебя. А я тебя нет. Хас есть. Ты очень вкусный. Нет. Да. Нет. Да. Меня уже пытались Чика, блин, с Бонни съесть, но ты меня не съешь. Опа, вот я чувствую, что кто-то здесь есть. Серега, все было по-честному. Можешь увидеть на записи, все было четко, все, не упал, все, на В не пролетел. Видел. А что ты опять на этом же месте? Что ты примитивно? Я не в смысле на это. А, ну да, ты на 1 метр дальше был, да. Нет. На 1 миллиметр. Не, Серега, я специально тебя оставил, ты самый вкусный. А теперь можно и других покушать. Вот мне интересно, кто еще остался живым? Серега, давай встречаемся на мостике, вот этом металлическом. Давай, я тебя там жду. И оттуда сейчас уже будем начинать мочить других подписчиков. Так. Я уже на мостике, Серега. Так, не вижу ничего. Чел мимо меня пролетел. Ой. Я бегу, Димас. Я вижу, я вижу, кто-то вот там вот ходил. Или мне показалось. А кто на крыше лабиринта ходит? А, я вижу, то наш ходит. Так, Сережка, внимательно. Да вон я уже это, у вышки вот этой, у мостика. Вот сюда хороший обзор. А, слышу, какой-то конченый выстрел. Так. А, это наш бегает внизу. А, это ты, Серега, да, прибежал? Да. Давай, я тебя жду здесь на бортике, спрыгивай. А, вон я вижу вас. О, кто-то бежит. Да, это такой я. Такой звук прикольный. Дядя. Ты можешь спрыгивать? О, отлично, пацаны. Ну что, погнали. У нас теперь троица. Да. А теперь вот так... было трое. Чекайте трое еще вот так внизу, они бывают вот тут в уголках сидят. Да, они еще те застанут. Нормально ломимся. Такой гул от нас стоит, армия целая. Ну, еще и звуки прикольные такие издают. Да. Так, давайте по периметру обойдем, потому что я знаю, что кто-то здесь прячется. Портал стоит. Вы реально порталы могли бы использовать, очень круто было бы. А, так ясно теперь, как ты меня обнаружил. Ух, кабак это. Не-не-не-не-не. Так, давайте. О. Ага, никого нету. Ну мы бежим. Все-таки обижим всю карту. Может быть по центру все-таки они где-то. Не, Серега, я знаю, как их найти. Я псих. Тепло. Я тоже псих. Тепло. Интересно, кто-нибудь есть серьезный день? Далеко от меня. Вас очень хорошо слышно было, когда бегал. Я бегу, сейчас. Реально кто-то очень бегает, мне страшно тут сидеть. Так, да, мы прям вот возле вас бегаем, но не видим. А, это наш. Это наш. Мы слепые, что ли? А может в помещении кто-то тут ныкается? Кстати, да. А вы из какого пака берете? А, вот этот пак берете. Горбл гай. Тут кто-то есть, я вижу. Здесь кто-нибудь есть? Дайте знак. Да. Блин, я в карту залез. Да блин, я хотел нажать убить его и не нашел. Так, Димас, воспользуйся магией меню и килл. Меня куда-то тпшнуло. О, вы так прикольно бегать, это другой спрингтрап. Походяк такой смешной. Кто-то? Так, Серега, чего мы не можем никого найти? Да я не знаю, они запрятались, они вообще, блин, какие-то бурзые. Хорошо, давай так, кого не нашли, перекличку делаем, сколько человек еще? Меня. Меня. Так, а я не понял, что за чики. А там чики. Так, кого нашли? А там чики. Так как это нечестно? Нечестно это когда вы прячетесь и читерски. А я хотел не читерски. Как вы читерски прячетесь? Это спросить портал легко. Серега, давай сделай красоту.
И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Всем отличного настроения и всем пока!